Суд продлил срок ареста Александру Шестуну до года. В суде следователи прокурора опровергли данные о клинической смерти экс-чиновника и рассказали о спецоперации по его продуктовому снабжению. Суд продлил до 13 июня арест экс-главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну. Таким образом, бывший чиновник к указанной дате будет находиться под стражей уже год. Адвокаты Шестуна, у которого месяц назад было изъято в пользу государства имущество на 10 миллиардов рублей, просили отпустить его под домашний арест. Басманный суд это ходатайство не поддержал. Подробности у обозревателя бизнес-ФМ Марии Локотецкой, наблюдавшей за ходом заседания. На заседании Басманного суда, которое рассматривало вопрос о продлении ареста Александру Шестуну, обвиняемого сегодня не привезли. Это запретили сделать врачи СИЗО «Матросская тишина». Следователь Роман Винюков утверждал, что по указанию экс-чиновника была распространена информация о том, что тот перенес клиническую смерть, и ему пришлось сделать укол в сердце. На самом же деле, сказал он, это неправда, поскольку в медицинских документах имеется лишь информация о том, что Шестуну нанесли на виски нашатырь, и когда он очнулся, разъяснили необходимость приема пищи. Следователя поддержал прокурор, который и вовсе назвал липовой голодовку политика, который отказывается от приема пищи с 8 февраля. Он заявил, что никакую голодовку тут не соблюдает, а активно питается в СИЗО. По его словам, была разработана целая спецоперация по продуктовому снабжению Шестуна, которое заключалось в том, что его жена и дочь передавали на имя одного из его сокамерников продукты. Сам Александр Шестун опроверг данное утверждение. Он назвал их откровенным враньем и напомнил, что за время голодовки потерял 25 килограммов. По его словам, сокамерникам он помогал продуктами еще до того, как объявил голодовку. Продолжает он снабжать их продуктами и сейчас. Также он отметил, что первым его клинической смерти сообщили вовсе не аффилированные, как утверждают следствие с ним СМИ, а заместитель главы ОНК Москвы Ева Меркачева. Александр Шестун пообещал, что продолжит голодовку, а после 9 мая вовсе ужесточит ее, ограничив себя по воде. Он, выслушав доводы сторон, судья Юлия Сатина удовлетворила все же ходатайство следствия и оставила Александра Шестуна в СИЗО до 13 июня. Решение защиты уже пообещала обжаловать в апелляции. Мария Локотецкая. Бывший глава Серпуховского района был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий летом прошлого года. Позднее его действия переквалифицировали на особо крупное мошенничество, легализацию денежных средств и незаконную предпринимательскую деятельность. Изъятые у Шестуна активы – это 760 объектов недвижимости общей площадью 1300 гектаров. Также суд изъял у него свыше 20 автомобилей и личный транспорт. Генпрокуратура утверждает, что все это имущество экс-глава Серпуховского района покупал на фиктивных аукционах – или за счет доходов, полученных от коррупционной деятельности. Сам Александр Шестун утверждает, что его оговорили. Перед задержанием он записал видеообращение к президенту, в котором пожаловался на давление и угрозы. Россияне не испытывают эмоций по поводу арестов высокопоставленных чиновников и не верят декларациям о доходах. Таковы результаты апрельского опроса Левада-центра, о чем говорят такие настроения. Эти и другие темы в нашем эфире.